скажете? Вы русские! Саша, как ты поживаешь? Это ваша позиция, это новая работа. Всем! Пусть лучше рука отсохнет, всем даже да голосовать. Ставить очередь прокуратуру! Позор прокурору! Генеральному прокурору, который вчера судовое! Мы, я, например, и мои сверстники, которых запрягали лучше, у нас цены падали по 2-3 раза в год, и нам это было плохо. Все. Слово предоставляется всем тем патриотам, образом разрешают брать взятки уже открыто и официально. Наша зима. Это и есть уже фашизм. Когда наш... А в то же время евреев у нас живет, ну, наверное, сейчас не более 2 миллионов. И тем не менее, несмотря на то, что евреев, ну, немножко больше 1% в России, они занимают почти что все ключевые позиции в русском, в нашем российском правительстве. А в том, что, извините за выражение, везде кругом евреи сидят. Куда не сунешься, в буквальном смысле. Ресин, даже Ресин, телевизор неохота смотреть. Нельзя выбирать сердце. Не надо выбирать. Ни сердце, ни такую безумную власть, что даже если бы он был абсолютно здоров, наша страна уходит в следующий век вместе со всем миром. В отношении нашего кандидата в депутаты государства очень много. I think that this is a group which discredited Russian reforms and lost 6 years completely. So these people have no political right just now to be the leaders of the Russian reforms. Thank you.